Николай Добронравов провели колеся по стройкам и воинским частям. Но песню «Геолог» они написали, как сама Александра Пахмутова рассказывала, сидя в Москве и не видя до этого жизни одного геолога. Но именно вот поездки по комсомольским стройкам помогли создать цикл песен «Таежные звезды». Это «Лэп 500», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Прощание с братством». И сейчас прозвучит песня из этого цикла «Девчонки танцуют на палубе». Исполняют Виктория Боброва и Ирина Сачева.